соглашусь с коллегой. Сегодня соперник показал свою силу, действительно включил очень хорошие обороты, не проигрывал нам в единоборствах, скоростях. Ну и опять игра 5 на 4, какой-то комплекс для нас, наверное, нужно от него избавляться, что мы непременно будем делать. Ну и правильно сказано было, что все-таки атакующая мощь у нас присутствует. Лидеры брали на себя, делали результат. Ну и, конечно, большое желание дома выигрывать, так как нас поддерживают наши болельщики, наши родные, близкие. Это дорогого стоит. Они нас гонят всегда вперед, мы не имели права сегодня проигрывать дома. Благодарю их за это. Ну и вчера у нашего, скажем, человека, который возродил эту команду, который нас поддерживает всегда, который за нас болеет, у Виктора Александровича Толоконского был день рождения. Я вчера его не поздравил, потому что ожидал окончания домашних встреч. Хочу эти победы, этими победами поздравить его с его днем рождения. Ну, спасибо еще раз сопернику за хорошую игру, болельщикам. И будем бороться и сражаться в Сыктывкаре, добывать медали.